Курчатовском институте в эти минуты проходит конференция, посвященная запуску крупного международного проекта. Россия и Евросоюз начинают научно-техническое сотрудничество в области исследовательских установок класса Мегасайенс. То есть ученые будут сотрудничать во многих областях науки, исследования в которых проводятся с помощью больших установок, вроде адронного коллайдера. Программа рассчитана на 36 месяцев. Сегодня мы наряду с развитием нашей научной деятельности в европейском масштабе, мы вернулись назад на территорию Российской Федерации. Решениями президента мы сегодня создаем целую серию сложных, уникальных мирового класса мегаустановок на территории России. Проект «Кремлин», который запущен, вот сегодня запускается, он преследует цель состыковать вот эти два крыла этой деятельности. То, что мы в Европе делаем уже вместе, и то, что мы начинаем делать здесь, в России –